Юныя тэнісісты Магілёўскай вобласці сярод прызёраў дзіцячага турніру. Спарткомплекс «Олімпіец» прымаў алімпійскія дні моладзі. За спартыўнымі перыпетыямі назірала наша здымачная група. Олимпийские дни молоди – это своеобразный юнацкий чемпионат Беларуси. На финальной встрече проехали мощнейшие аматоры пинг-понгу. Сярод их могилявчанка Дарья Кисель. 14-годовая девчина – узыходящая зорка айчынного спорту. На этом турнире гуляла не упершиню. Тяжелее, чем в прошлом году. Почему? Другие участники, старшие участники стали играть. Девочки посильнее, и мне с ними тяжелее играть. Но это лучше. Это лучше, это опыт. Сярод 28 дзяўчат на турніры Дар'я стала 6-й. Годны вынік перад паездкай на міжнародны турнір у Венгрыю. Трапіць на яго плануе і яшчэ адзін магіляўчанін – Роман Вергунов. У 20 год у яго значны вопыт, што і дапамагло ў нервовым паядынку за выхад у фінал. Психология. Он все хотел отыграть по-быстрому. Очень сильно хотел сыграть. Динажда было просто отыграть стабильно. Просто попасть на стол, можно так сказать. Роман Вергунов у выніку стал другим на Олимпийских днях молоди. Его сябр по команде Андрей Лобанов – 5-м. Высокие места дозволили у агульнокомандным заліку нашей области занять 3-е место. Андрей Шуляк, Денис Бутылин, Новин региона.